Королевский советник, предводитель дворянства Александр Башняк. Следственная комиссия снимает с вас обвинение участия в заговоре. Нам с вами предстоит сделать шаг в окончательном искоренении заговора декабрьского. Странное совпадение, не правда ли? Два таких человека убиты. Над равнодушной толпой. Если мое соображение верно, то и господину Башняку, и нам с вами следует быть осторожнее. Что связывает вас с Каролиной Собанской? Я вас люблю. Люблю страстно, безумно. Убийца помещает предателя в стихотворение о свободе. А лучше мести придумать нельзя. Если полячка права, и все убиенные на тайное общество доносили, то сейчас явится наш аспид. Все послания убийцы – строчки из одного стихотворения Пушкина. Можете портретик нападавшего изобразить? Капитан Ушаков Дмитрий Кузьмич. А след-то не нашего убийца, косолапы. Александр Карлович распорядился Пушкина для знакомства отыскать. Вот ведь незадача. Кончилась поэзия. Кто такая-то КС? Каролина Адамовна Собанская. А знала Ушакова? Он же не понимает, кто перед ним. Если вы действительно любите меня, оставьте нас. А вы стихи любите? Теперь нет.